какие нафиг черные мужики в засаде? Че ты говоришь вообще? Тут все починено, только мало это. Еще одна палатка. УАЗ! 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 Здесь УАЗ! Он целый УАЗ! Еще здоровенный! УАЗ! Ты как ребенок этот, младенец, который кричит УА, только ты кричишь УАЗ. Здесь 4 палатки. Здесь 714, 7249, сам. И патроны для него. И бандажи. Артур, 200 ко мне все на серв. Правильные корпусы, 4. Грань. Здесь куча палаток, я все снимаю. Ребята, у меня сейчас Бизон из Домокосина Фэнфал, Бизон ПП-19СД. Привет, дорогие подписчики и зрители к наших каналов. С вами снова Артур Шестрил и Джек Шепард. Мы продолжаем играть в DayZ. И товарищи едут там на джипе, да? Как там у вас? Мы на УАЗике летим. На УАЗе. Дело в том, что Артур у нас попал в пустыню, потому что он, как бы, не знаю, что там случилось. Но, в общем, он оказался в пустыне, ему пришлось сделать перерез. И все печально. Мы нашли ему уже оружие там. Да. Но я думаю, все прокатит. Как мы нашли УАЗик, как мы нашли оружие, вы можете посмотреть в прологе к серии. Пожалуйста. Прямо, нам прямо поставьте. И, кстати, всем привет. Так, короче говоря, вы где находитесь? Далеко до меня? До Каменки? Ну. Я от Каменки по дороге наверх, который идет, я по ней бегу. Я понял, ты Павлова. От воротов от нее никаких нет. Так что сервер какой-то логичный. Учитывайте, меня не задавите, когда будете подъезжать. По дороге, да, вот по этой? Да. Прям на поле выходи, на поле, налево на поле. Окей. Через поле рванем. Я через него хотел, но потом посмотрел, как дорога шла. У меня, что характерно, был Барретт. Вернее, сначала был пулемет, когда зашел на сервер, оказалось, что у меня в руках Барретт, который я выпустил уже давным-давно. Но этот Барретт пришлось от него избавиться. Ну, у нас уже есть классная замена в виде Фэнфала. Винтовка, которая сегодня уже пролила немало крови. И у меня ПНВ была. Ты спрашиваешь, ну ничего страшного. Наша цель на серию, кстати, это найти вертолет. Да. Искать мы его будем на разных местах, начиная с Красноставом, заканчивая Рогом. Рогом, да. Синхрон. Так, ну пока по прямой. Да, прямо. Ну, мы с Артуром были. Да, это тут я, вы на уфроде пролетали. Жек, нет. Вот мы проехали. Мы здесь везде были, ну елки-палки. Ой, здесь мы были, ой, здесь мы были. Это когда я тебе первую М-ку нашел. Сейчас поедем, сейчас на такой дороге мы выйдем в Зеленогорск, пролетим через Зелено. Отлично. Я подхожу к какому-то населенному пункту. Нам еще не помешает инжин. А, Джек, можешь, пожалуйста, тормознуть? Да. Я патроны для Барретта вычищу, а то он у меня пустой. Инжин, может, заем на факторку, которая около Красностава? Может быть, по дороге. Только мне сначала оружие нужно, чтобы нормально мысли головы ворочались. Сейчас. Что-то не могу нащупать патроны. Не торопись, я смотрю. Я нащупал. Так, я в Павлово, короче говоря, нахожусь. Только что вошел. Сервер у нас на 50 человек, он полностью забит. Поэтому. Да я тут уже поубивал. Поэтому около меня вы слышите сейчас мух. Тысячи людей, Джек убивал, и даже Артур убивал. Поехали. Артур много народу поубивал. Так. Блин, тут, в принципе, неплохие вещи в этом Павлово, но как-то останавливаться не очень неохота. Да у нас же есть все для тебя. Местные сразу. Дэнги, Гарри, давай, Дэнги. Отжимают у тебя там. Ага. Это церковь не входная. Или входная. Так, Шестрил, какие наши действия, если ты заметишь игрока сейчас, пока мы едем? Разгоняешься от него на безопасную дистанцию, метров 200-300, мы его убираем. Окей. Не факт. По-моему, если замечаешь игрока, мы просто проезжаем. Да, потому что здесь нет смысла. Да и опасно. Я в этой игре уже сколько раз заметил, что если по тебе стреляют, то проще все-таки не уезжать, потому что хрен ты куда от него уедешь. Ну, когда на шоссе можно, вот если ты плетешься по полю там, да, то, конечно, уже... Сразу видно Зеленогорск, 15 FPS. 15, слушай, точно. 16, 17. Вот я смотрю, в пол вообще 20. Круто смотреть.
Поезжаем в Лениногорск. Делегация. Все-таки УАЗик — это отличная тачка. Да, я очень хотел УАЗик. Мечты сбываются. Джек Про. Очень рад, что у нас есть. Джек нашел УАЗик, потом его откуда догнали. Шестил его, отбил. Джек нашел УАЗик, по нему начали стрелять, он решил тактически грамотно отступить. Дождаться подкрепления. Могу ли я здесь проехать в шестке? Ты можешь не исполнять больше такого и просто по дороге объехать машину. Да, я сделал. Здесь нет машин, нет. Какого? Ну, хотя нам зачем? А здесь, кстати, тоже как-то матч спал. С Артуром тусили. Ой, я ничего не слышу за этими дегенератами, которые гонятся за мной толпой и хотят у меня что-то отобрать. Мы уже, кстати, по дороге в Павлово. Ну, я рад за вас. Только меня надо будет быстро подобрать. Ну, понимаю. Вы остановитесь где-то, если меня увидите, метрах в 50. А ты рядом с дорогой? Я по дороге бегу прям. Тут тоже могли заправиться, кстати. И я просто сам к вам сяду, и вы тронетесь сразу, потому что по-другому как-то не получится. Джек? Ну ты же сказал, давай проверим, может там энджин есть. Давай. Так, ну вот в этой, которая слева, я вообще ничего не знаю. Дело в том, что... Ой, тут зомбаки. Дело в том, что лут тут не успевает спавниться под нас, понимаешь? Сейчас половину преследователя отобьем. Поехали, надо уезжать, короче. Давай, скажешь, когда сядешь, поехали. Ой, зомби. Я так через него проехал аккуратно. Больше так не делай, инжин портится. Я знаю, да. У нас его мало. Да, с ну, просто он да. Прям внутри УАЗика стоял. Я не мог никак его. Я был вынужден. Да. И я был вынужден. Есть боксеры. О, мы тебя видим, Артур. Дети играли на площадке. Ай, стой. Ты как-то страшно все это делаешь. Ты бы лучше... Ладно, все. С какой стороны мне? Не важно. С любой. И куда едем? Вперед, ну да? Вперед. Все, трогай. Сел? А, нет. А, все, поехали, да, отлагал. А вот тут у меня бы не было. У меня кровь течет, надо будет остановиться. Я понял. Убиваем. Джек, давай, жми. Жми. Выжимай за этой малышкой все, что нужно. Кто едет, еще кто? Сильнее. Мощнее. Тормози. Все, тормози. Get out. Бегут. Ну, не успеют убежать. Далеко, бегут. Прикольный. Еще стрелы такой со снайперки пырится на зомбей. Блин, опасный человек. Подходит? Не, нормально все. Ты занимаешься своими делами. Все четко. Он у меня не садится опять. Подожди, ты оружие достань себе там. Он у меня вообще не садится. Жди, отлагает, сядет потом. Так зомби-то не ждут? Не, зомби тоже. Но их нету. Ты главное пушку достань себе из багажника. Так, ладно, FNFL, короче говоря. Патроны для 240-го есть. Оружие тоже не берется. Хреново, сервак какой-то. Возьмется потом, но зато у нас на нем есть машина, поэтому выбирать не приходится. У меня у тебя. Ой, желтая цепочка появилась. Кстати. Да, появилась. Поймаемся. Так, все хорошо, тут аж два FNFL. А кто со мной сидит? Я не сижу рядом с тобой. Сидишь? Нет. Том был убит. Какие ваши доказательства? Все, сижу. Блин, конечно, логодром страшнейший. Да, и у меня долго садится. Красный значок, Артур шустрел просто. Сел. Видите теперь. Прям по дороге. А, по Красноставу? А разворот назад через Зеленогорск. Аэропорт Красноставский. Блин, насколько УАЗик хорош. Красота какая. Ну, тут внутри-то клёво, наверное, да? В салоне. Внутри-то да. Я там не был еще. В салоне вообще огонь. Очень, я даже говорю, когда на улице мимо проезжаю, смотрю, УАЗик едет так сразу. Эх, ДЗ его. Ой, вот он. Блин, что это было? Да тут пижонит Джек просто, показывает свое мастерство. Езды. Ребят, я заезжаю на стол. Я на столбе. Пацаны, подержите пиво, смотрите, как могу. Это так все кончается. У нас здесь резнулся, нет? Я не вижу, я не увидел, поехали. Я тоже не увидел, но я не хочу врезаться. На зомби. Ура, появился. Мы открывал появился. Но он тут был. У меня был долбан. Cannot fire. А, слышишь, какой громкий.
Пока по прямой все. Да. Мы так до Старого Собора доедем. Так, по второму разу делать трюк нет. Не надо. Ты же видишь, посередине дороги как-то попроще, по-моему. Там Элиса нигде нет. Элиса? Там зомби мертвые. Ты вы отстреливали? Нет. Ну давайте уезжаем тогда отсюда. Там вещи валяются рядом с А это Джек там на задних дверях? Джек в машине. Да я прикалываюсь. У меня вообще мы какие-то круги делаем, непонятно. Да-да-да, мы едем внутрь дворов через заборы. Да, ты здравствуй, приезжаешь, в дом въезжаем. Привет, Степаныч. О, тут оказывается Ленин на доме нарисован график. Да. И чё? Мы тут должны сказать, иди за дорогой. Дедушка Ленин. Сервер меня не радует, честно говоря. Вообще. Ну это ужас. Самый лагуш сервер за последнее время. Напоминает наш первый сервер. Ага. Самый-самый первый. Так, Зеленогорск проехали. Краснослава нам сейчас по прямой, в принципе, долбить. Ну не совсем. Да, повернем направо и по прямой перейдем. Ой. Не забыл, у меня же в компасе нет. А в машине нет? Нет. Ну сейчас убьем кого-то. Ну, я пойду убью. Человек убил. Все-таки прекрасно. Фактически мы все успели с прошлой серии умереть. Я один раз, Артур дважды. Я Черногорск умирал миллион раз. Да, ты один раз там умер. А нет, ты же не умер, да? Ты сейчас только умер, все, окей. Я сам не убился. Из-за того, что ты появился в пустыне. Пустыня, короче, и в другую сторону по несколько километров. То есть можно бежать, бежать, и просто даже хрен определишь, в какую сторону выход. Прямо с ЦП какой-то. Так, направо или прямо? Ой-ой-ой. У меня что-то случилось. О, прямо. Вот по шоссе. Я слышал, у кого-то очень сильно машины едет. Да, тоже такое вообще-то есть. Да они заколебали, это у нас подходы. Рявкни на них. Ага. Рявкнешь на таких. Это не машина? А, нет. Даже если это машина. Мы подъезжаем. Ты бар себе взял, да? Да. Торчит. Горевонько. А чё, давай как-то здесь проехать. Это ж не шестерка. Здесь вы можете видеть церковь 14 века. Сколько он на Афроди идет? Иконы. Такие-то. 51. Отлично. Шифтом? Да. Без шифта 40 с чем-то. В городе желательно не проверять это. Я так мы сейчас плавно в Рогово переезжаем, кстати. Так, что с бензином? Все, тип-топ. А, 3/4. Мы как раз шустрило вот перед тем, как серию начать, заправились полностью, и канистры все забили. Поэтому все. Я, кстати говоря, по-моему, на этом же сервере квадрик находил сегодня. Или нет? Нет, тот был другой. Тот был... 1-3-3-7. Сегодня вообще сколько машин нашли за 3 часа? Больше 6, наверное. Два трака? Да, где-то около 6. Волгу? Не, больше. Я нашел два трактора, квадрик. Джек нашел. Да, 7 штук где-то. По это едем? Да. Джек нашел УАЗик, шаху, мотоцикл. Тройку. Квадрик. Уже 7. Я нашел только этот. Только. Волгу, ну и УАЗик, который еще Джек нашел, то есть второй. Ну там эпичное кинополотно. Ну там, да. Да, это вы все перед этой серией видите. Там будет просто команда. Рассказывать кепкам, что можно, а что нельзя. То есть, что по Джеку Шепарду стрелять, это все, это смерть. Да. А самое главное, получилось наоборот тактично. Не подумал, типа, все, он убежал, все отлично, мы короли, давайте машину чинить. А потом пришел он. Потом пришел, шустрил и начался карать просто.
По асфальту еду, да? Да, прямо. Сейчас на рысобой уходим. Сейчас налево будет поворот. Да-да-да. Небеса разверглись за их. Они в тебя стреляли вообще шестую? Они не поняли, что их убило. Сегодня нам больше всех воевал шестую, и по нему не стреляли. По Джеку Шепарду стреляли, по мне стреляли. Да. Я просто забежал в толпу, убил толпу. Нашел снайпера, напилял ему в жопу. Джек, может просто направо тут через оффроуд пойдем, а? Ой, там стреляют! Старый собор, дядя мой. Да-да, я тоже. 50 человек, дядя. 50. Да, там сходу ты заезжаешь, а там в канале какие-то на палатках. Сейчас не удивлюсь, если так, на весь горизонт атомный взрыв в старом соборе. Да-да. Палатка справа. Да, да палатка, насрай, поехали! Да поехали, ёлки-палки. Тихо-тихо, гусары, без мата. Испугались. На нем можно было полутать. Ну, можно было бы вазик потерять. Никто не слышал город, что ты проехал. Никто не. Да, так, все, пока так прямо едем. Прямо, прямо. Вертолет справа. Да, эти, кстати говоря, до палатки. Ой, да, вышки вон там одна, я хочу посмотреть, там разные вкуснятины. Не до этой. Левее поворачивай. Вот так, да, примерно иди. Еще вот так, да, да. Подожди, какие вышечки, о чем? А там будет тихое место. Там будет вышечка, на которой крайне хорошие вещи выпадают. Ну хорошо. А вертолет, да, там крайне плохие вещи выпадают. А где вертолет? А сзади нас. Давайте вот здесь остановимся в лесочке. Блин. Я не знаю, у меня когнитивный диссонанс от того, давайте, что... Давайте, все, пошли. Мы все, около старого собора этим занимаемся. Вперед, ребята. Ты во мне сомневаешься? Я в тебе всегда сомневался. Я так, Шестрил, ты вышел? Мы я опять уже... в лаге, похоже, да? Вышел, он вышел. Я вышел, идите, я вышел. К вертолет. Не, я с бара там, я никуда не пойду. Направление мне... А, ну, скажите мне, где он, я его не вижу. Ну, справа от нас был прямо. Прямо, Артур, вот ты правильно бежишь. Вон он. Все, вижу. Домовухи ни у кого нет? Не, зачем? А, у меня вроде, но я не помню, не могу сейчас посмотреть, я в машине. Я ничего особого там не вижу в зум, я буду искать людей. Там вообще ничего не увижу, этого туман. Вертолета пока не подойдешь. Наоборот, я вот когда был сколько раз, издалека от вертолета травы-то не видно рядом с ним, можно посмотреть, что там лежит за бинокли, и потом уже подходить. Не знаю, я не удивлюсь, если там опять будет Бизон и Барретт. Я последний три вертолета находил, у них был. Я находил ПНВ, находил дальномеру, находил... Лучше бы L-85 найти, по-моему. О, вот это да, вот это было бы. Лучше бы ее найти. Че, ваша влажная мечта? Ну, как бы, приходишь на старый собор, включаешь такой прицел и видишь всех, кто там темперит. Тепловизором. Мечта кемпера. Ну да, было бы просто неплохо ее найти. Кошмар кемпера. Так, тут никто не отреспаунился, у меня даже есть... Хотя, блин, я сейчас по полчаса буду собирать. Ты вообще смотришь за мной? Да, конечно. Я тебя не вижу, так все отлично. Я подхожу уже к нему. Я за тобой смотрю, на эти не вижу. Я все, подошел к нему. Зомби пока что в лаге. Желтая цепь мочит просто. Да. Стоп-палма. Даже если я сейчас чего и увижу, то подобрать я это смогу. Отнюдь не скоро. Ну ты под прикрытием, не боись. Ага, если я умру, то вы за меня отомстите. То мы опять в камень повернемся, ничего страшного. Да. Да тут нет ни хрена. Что, пустой? Ощущение, что вообще пустой. Я просто верчу по бешеному камерой, то есть, чтобы зацепить... А, вот что-то нашел. Ну, в принципе, здесь есть шанс, что... Один. Что кто-то слутал. Но его вот сейчас, смотрите, будет брать. Я его нажал секунд 5 назад. Сидим, ждем, когда он его возьмет. Долбанный сервак. Сейчас здесь надо музыку, которая в лифтах включается, когда ты едешь. Да, там. Или как в этом Джепарде передача есть. Да. О, еще один морфин. Я тот взял, и этот остался. Это как чит или как? Бага юзер. Может быть, два просто. Тебя забанят. Я дюпаю вещи? Да. Вы все видите теперь, как Артур вещи добывает. Он их дюпает. А у меня их все равно два осталось. Я тебя вообще на вертолете не вижу. Я не знаю, где. Я за вертолетом. Так, я взлетаю, да. Я лечу. Я взлетаю на. Так. Так, ну у меня пока все спокойно. По-моему, в эту сторону смотрю. Но здесь... Ничего вообще. Угу.
Вижу на вертолете. До палатки не хочешь добежать? Ну не так далеко она там сзади осталась. А, ну ни хрена себе, не так далеко. Пойдем, Артур, все. Это там ты или кабан? Это кабан. У вас сложно отличить друг от друга. Спасибо большое. Мы такие разные, но все-таки мы вместе. Чего вам так этот FNFL нравится? У него же Ironside. И что, наш не очень красивый. 5. Посмотришь потом на него в деле. Калаш, по-моему, куда милее. Так, ладно, я пошел в машину, потому что я не хочу. Давай, в машине здесь хорошо, тепло, уютно. Ага. Я скучаю по своему пулемету, мне опять дали пулемет подержать где-то, наверное, секунд 20. Давай, сейчас без шин кто-то останется. И, короче, зашел на новый сервер, и там я уже без пулемета был. Мне не везет на пулемет. И в пустыне. Ну ничего, ты потом сможешь его забрать все равно. Я думаю, что его там не будет уже. То есть оттуда я его забрал, а тут он пропал. Нет-нет, он там будет. Куда он побежал? Куда ты побежал? Простите, ваша машина слилась с местности. Это хорошо. Там не очень встали. Так вот. Новый собор? Давай на дорогу выходи. Налево, 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 налево. Прям в новый собор. Я налево и еду. Угу. Нам вот в ту сторону платить. Что-то на амбара. Да. Шифтом проезжай еще левее. Нет, нет, ты вот сейчас направо. Ты делаешь сильный уклон направо, а нам надо сильный уклон налево делать. Еще сильнее. Вот в гору. Братцы, куда едете? Мы едем в Красностав. Налево. Налево сделай все. Вот. Мы должны с левой стороны объехать его, понимаешь? Да. Мы как-то не совсем в Красностав, по-моему, приехали, нет? Мы едем. И направо теперь. Понял, объехать. Да-да-да. Там выйдешь на дорогу, и все будет нормально. Стрельба. А, подожди, я слева слышал. Да, там на старом война идет. Вот тут вот. Все, выходи на дорогу. До упора сейчас доедем по дороге. Там где через Дубровку проедем, там тоже может быть Васик. Тут у меня два штурмана. Да. Сейчас мы будем друг друга перебивать. Нет, надо налево. Нет, надо направо. Ну, у меня карты нет. Ну ты просто за компанию. Знаешь, если многие люди не знают, но они все равно спорят, потому что им хочется. Есть такая. И у них еще злачные места, это магазины. Так, что, по асфальтовой? Да, 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 да. Великолепно. До упора не никогда не сворачивая по асфальту, въезжаем в горку. Там будет заправка. Я бы все-таки хотел в нее заехать. Не въехать. Нам это действительно нужно? Заправка? Да не помешало? У нас канистры есть вообще? Есть. 3 штуки. Все полно. И 2-3 бака. А что мы сейчас полными канистрами вокруг не направимся, а там их просто не наполним? Где тут? Прям тут остановиться и заправиться. А зачем? У нас 2/3. Ну кто-то же хотел заправиться только что, по-моему, нет? Ну да едем, надо будет заправиться. Заправимся, наполним, поедем. Ну ладно. А тут. Я не понимать вашу логику. Ну сейчас же не надо заправка, как-то надо. Ну вы же говорите, сейчас надо заправку. Ну ладно, не... проехали. Если сейчас нужна была заправка, мы в старом остановились. Вот я удивился, думаю, зачем сейчас заправка? Все, поехали, короче, давай. Я сказал доехать в горку, там подзаправка и Красностав. Там, кстати говоря, на горке я сегодня видел вертолет. Может, на этом сервере сейчас опять будет. Живой? Нет. Не надеюсь. Да. Да и что бы ему там делать? Прямо, 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 никуда не сворачивай. Я не сворачиваю. Да, нормально, рыть машину. Так она еще и в камуфляже, понял. Смотри. Ну да. А GPS у нас вроде в конце предыдущей серии был, мы его про этот, да? Потратили? Я закидывал тому производственному рюкзак, и мне сказали зрители, что он просто исчез. Или я Артур его закидывал, но у него там была куча патронов для пистолета и еды, что GPS пропал. Ну да, Артур виноват. Нет, 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 я.
про то, что мы как-то не договорились друг с другом. Есть у тебя там место или нет? Давай, не забывай. Я бы пытался, но у меня игра под лагерь, поэтому я боюсь врезаться в лагерь. Да, да, только не тут. Здесь не самое хорошее место. Ой, да, вот это. Затор. Лазит, пройдет. При том, что в Зеленогорске вообще таких проблем не было. Там ничего не видно. Не, я уже посмотрел, ничего. Хотя там как бы. Вот тут слева машинка может стоять сейчас, но. Он стоит. Сейчас я скажу точно. Нет, нету ее. Нету. О, ты сквозь дом едешь. Блин, у меня вообще что-то. Ой, тормоза какие жесткие. Что-то с игрой, ребята, меня. А мне окей. И у меня ок. Все, нормально вроде. Нет, все равно я встал. У меня ты едешь. О, стой! Ладно. Ладно. Что-то происходит. Кругами рубит там где-то. Игра просто зависла у меня. Подождите. Вроде. Это шикарный сервер. Дай мне руль. Я не могу ничего сделать. Ты рулишь вообще сейчас, нет? У него игра зависла. Так, все нормально, отвисло. Поехали. Я не знаю, что это сейчас было. А почему нам так повезло найти УАЗик именно на севере? Блин, да что ж такое? Вот поэтому нам повезло его найти. Тут никого не нужно. На убитом сервере. Да. Все такие, УАЗик. Интересно, а ведь люди, которые арендуют этот сервер, на что они вообще надеются? Ну, может, этот сервер находится где-нибудь в Республике Доминикана? Так у них же тоже лагает в Доминикане, понимаешь? Пинг у всех почти одинаковый, именно с ними сама серверная часть. В Доминикане есть компьютеры из DayZ, то им плевать, лагает или нет. Игровая правочка, кстати. Так я, мы на пинг, он от расстояния зависит вообще-то, Васечки. Нам потом далее. Допустим, надо, если да? Человек находится в Англии, он играет на английском сервере, то ему полегче, чем человеку, который на Камчатке сидит на этом сервере. Да, да. Я имею в виду, если сервер сам по себе. А потом налево вроде. Да. На заправку зайди. Ну, я встал. У меня ты встал вообще где-то. Перед заправкой я встал. А у меня, ну, ты потом посмотришь. Я пытаюсь выйти из машины, мне говорит, no. Ты останешься я здесь. Бежит. Как он шустрый. Я нажал выйти из машины. Я уже 15-й раз нажимаю выйти из машины. Зайцечки бежит. О, он сел на дороге. Это опасно. Он прыгает на одном месте. Я сейчас пытаюсь с вами через войс говорить. Лагает. Вы меня слышите через войс? Да, 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 да. Значит, не лагает. Давай я выйти все равно не могу. Птички слышим. Поют. А ну, Джек, слышим. Газани вперед назад. Джек. Газани. Джек. Меня мы все еще стоим. Желтый значок появился. Отличный сервер. Лагатром. Вот где надо маньячить. Кто-то вкинул, и он уже не выйдет. Даже если. Даже если захочет, да. Да, возишь его такой кругами. А-ха-ха. И войси его. Уши такого смешного цвета. Так. Ну что, ребята, хорошо сидим. Все отлично, хорошо сидим. О, желтый значок отвис. Да, давай. Сейчас у вас все получится. Нет, этого не легче. Господа, мы все. О, кто-то вышел. Артур Шустрила вышел. Я вышел? Да, вы вышли. Артур бегает. Я стрелы бегаю. Давайте быстрее, ребят. Тут зомби. У меня канистры нет, я прикрываю. А, у меня тоже канистры нет. Ну тогда, блин. Набрали бензина. Залейте одну. Одной? А тут надо, наверное, все три залить. А зачем? А, тут же да, много. Ну давай посмотрим, я скажу. Вообще. Сколько у него вообще? 2/3 полных. 1/3 пустая. Я тут мясо складирую, чтобы больше места. Так, я рефил нажимаю, да? Да. Я взял. Что? Я взял 2 канистры. На перекрестке зомби, здесь зомби нет на заправке пока что. Они прям внутри заправки стоят. Так, да, еще бы одну залить. Я уже заливаю. Так, одну полностью залил. Иди наполняй. Иду. Так, я с этой стороны, похоже, не обойду, а с той стороны зомби на агро. Да. Может, еще одну? Все, полный бак. Окей. Дверь, ты не хочешь открыть? Что ты с ней сюсюкаешься? У
меня не было никаких опций. А надо подальше дойти просто. Так. А я буду первым, я буду первым! А где зомби-то, ты говоришь? Они внутри заправки. Так, все, заправлять больше не надо? Не, да, не надо, все, закидывайте и... Закидывайте сами и поехали. Я хочу сидеть спереди, я хочу сидеть спереди. Нам сюда, да, шестил в эту сторону. Назад нам. А, да, на Дубровку, правильно, да, в эту, которую ты смотришь. Слушайте, игра наконец-то отлагала. Все прям стало очень хорошо. Да, я сел. Поехали. Ты опять крышу испортил, шестрил? Я не хотел. Это мигалка. Ну да. А, точняк, что-то у нас торчит. Там у нас господа уважаемые, аборигены. Они прям бегут, они хотят, знаешь, они хотят отжать у нас машину. Хотя. Я мотожму. Только давай через лес, или вы меня защитите. Ну, в принципе, да, наверное. Мы далеко еще нам до Красноставок? Ну, так-то не очень. Я так понимаю, что факторка близко, может, мы там посмотрим. Факторка близко? Уже в другую сторону мы повернули просто. У нас был шанс заехать. Подожди, там факторка у этого. Но мы должны были на заправке поехать сразу. А, все, я понял, где мы находимся. Сейчас налево поворот на Дубровку, нам он нужен. Ну ладно, если что, потом навести. Ой-ой-ой. Это знак дорожный. Да. Это так было, на самом деле. Да-да-да. Я просто скорость сбавил, начал заворачивать, не довернул. Это не то, что не довернул, а перед. Я довернул, да, но слишком скорость была большая. Не, прямо на Дубровку и с Дубровки мы прям въезжаем в Красностав, в общем. Слишком высоко сидишь, в окошке. Здесь зомбишься. Who cares? То есть уже были. А. Все-таки слишком много крутых пушек ввели. Надо их как-то сделать в дефиците, чтобы они были. Я вообще хочу, чтобы были Сайга, потом Ижак, ПМ. Ну там еще что-нибудь вот такое вот. То, что именно для этих городов. Основной дороги, да? А я хочу вот вилы, бензопилу, грабли. Маску хоккейную, да? Да, о, вообще хорошо. Клюшку. Клюшка не нужна, вот маску, да. Маску слезли. И какой-нибудь еще передел, чтобы голос можно было переделать. Вот здесь за забором должен стоять, кстати, УАЗик. Но его сейчас нет. Нам прямо. Всегда хотел узнать, где в Дубровке, на Дубровке УАЗик стоит. Справа от нас. Ой, нет, глазы, да. Офигеть, как вовремя. А, кстати, а, значит, кто-то прорисовался здесь с очками. Вы об этом не подумали? Я в очках. Ну, тогда это может. Если мы сейчас направо завернем, проедем вниз, буквально километр, будет факторг. Наша стада добра. Не знаю, с такими лагами, конечно. Никуда не хочется. Да, но нам бы энджин и фьюл. Да, Красностав давай сначала съездим, а потом уже факторг не вести. Есть еще. Okay. Если у нас будет вертолет, то нам все равно факторку нужно будет пищу не выставить. Ну так. 20 канистр там. Когда умер, начал. Я появился где-то в начале у болот, что ли. Опа, опа, опа. Ей, дискотека. Проезжай. А, тут это. Я и говорю. Блокпост. Внутри там нет колеса или что-нибудь. Ну, нафиг не спавнил. Вот кому-то делать нечего, да? Пошел на заправку, взял ключевую проволоку, поставил на дорогу. Сделал гадость сердцу радость. Да, нормально. То есть ты прямо там заправку нашел? Да. Да. Смысл уйти, а там лениво было. Это кислый был. Что-то я давно уже не видел вертолет. Летающих, в смысле? Нет, падающих. Я уже видел вертолеты за сегодняшний день. Нет, ну нет, за сегодняшний день я видел больше, я говорю, вот прям пока мы едем. Обычно где-то рядом с дорогами на полях валяются. Мы 10 минут назад видели вертолет. Один. Один всего. Один. Чего один? Давай поедем. О, автобус. Слева. Да, точно. Деревья. А ну тормозни, я пойду посмотрю. Бегайте, смотри, есть там что нет. Артур, сбегай. Такой, чуть. Останови, я сбегаю. Артур, сбегай. Шустрил окно, я пойду. Автобус. Ну вот, я же говорил. Что-то ничего нету давно, и вот, автобус. Тормозни, я чекну заднее сиденье. Не, нет никого.
Ага, кто-то как ты сидит, наверное. Мало ли. Ждет такой. Кто-то зайдет в этот лес. Зайдет в автобус. Поедет. Автобусы на ходу, кстати. Да. Причем полностью похоже. Смотри, что внутри. Бензин, может, кончился? Да, нет, у него бензин, ты еще офигеть сколько. Ой, меня сняли. Голову. Как и обычно. Стрела мертв. Я да? жив. Стрел... Сзади, слева откуда стреляли. Уезжай, он из леса его убил. Уезжай, уезжай. Я говорю, сзади, слева от нас. То есть слева от тебя где-то шестрел. Сколько по времени эта серия идет? Я тебе сейчас скажу, сколько минут ты жил. 35. Нормально, как раз на серию. Тогда уезжайте, заканчивайте и уже... Блэк, тебя сейчас парень пойдет лутать. Он уже тебя лутает. Ну да, иди убивай его. Мочи его. Я не знаю, почему он такой вообще самонадеянный, слышал, что машина подъезжает. Было два выстрела еще. По мне? Еще один. Готов. Молодцы. Подожди, может он не Бриммерс. Один. Джек, иди сюда, пойдешь сейчас лутать. Мне вообще так нравится, когда меня прикрывают, именно то, что меня убивают, а потом за меня мстят, как обычно. Ну, мы мстители. Так, ну ладно, вы мою фэн-фалку главное заберите. Да мы все заберем. Да, все заберите, чтобы было с чем бегать. Где он там был? Я хочу ругаться матом. Он прямо на входе, там Артур лежит, рядом с ним парень лежит. Ладно, короче говоря, для моих зрителей серия заканчивается. Увидимся в среду. С вами был Артур. Попрощайтесь, бойцы, для моих пока, зрителей. Ребят. Жалко, пока, ребят. Простите, всем пока. Простите, да. Что не спас вожака. Ладно, покеда. Пока.